Хузяюшка накрыла стол уже. Хузяюшка. Я и говорю, надо пропихнуть, наверное, Толя. Не-не-не, надо пропихнуть надо. Галя, не вытащить. Вот, вот накрыли стол. Нас пьет, каждый пьет свое. Думаешь, не вытащить, мне кажется, туго, я не могла. Вот, так что садимся отмечать праздник. Яблочный спас. Очень вкусно. Я тебя не снимаю. Ты не выкладывай никуда. Я не снимаю тебя, Надежду снимай. Мне не надо снимать. Ну что ты, красавица, как танцевала на балконе, все забыла? Я на балконе танцевала, зачем? Все забыла, как на балконе танцевала? Галя, пропихни туда. Пропихни, Галя. Иди к этому, скажи. Пришли в новый дом. Люблю рыжих котов. Ага, пришли в новый дом, Галки. Вот такая туша тут проживает. Вот такая туша. Как зовут ты его? Боня. Бонька. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Боня. Кс-кс-кс-то не понимаю. Боня. Баня. Сейчас, подожди, дам этого. Слушай, испортилась уже дыня. Куда я пошел? Ну, поцелуй-ка тут камеру, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто это? Это кто такой тут? Это кто такой красивый? Кто такой пучеглазый? Бонька. Боня. Бонька. Боня. Ах, ты. Боня. Иди кушать дыньку, иди дыньку кушать, дыню иди жрать. Дыньку кушать. Дыню что ли ест? Обжорка. Патрике это вот у меня. Патрике? Это вот любимый это у меня. Да, был. Да, 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 Патрик. Сколько прожил, Толя? Около 20 лет. Да. Боня, Боня, Боня. Ну пузище-то у него, вас умоляю, я вам висит. Не надо, он похудел. Хватит уже, дай ему грызти-то. Я думаю, не испортилась она. Да какая разница, дай. Чего не испортится-то, на улице стояла, ничего не надо. Будет жрать дыню. И с рук он любит, чтобы его кормили, видишь? Чудышка. Гуся. Надо же, вот, да, сладкое. Что такое вкусного, да, вот коту бы в дыне. Он грызет положи, прямо ее, да? Положи на пол-то, он сам сожрет. Во. А, на-ка хрен. Откусил? Офигеть. Ну, зубов не хватает на такую эту самую. А, мало... поменьше разрезать. Маловат ротик. Разрежешь что-то? Ротик маловат. Маленький ротик, ну, блядь, фигурки. Да, 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 да. Конечно, хороший рыжий. Орёт собака, да, орёт. Давай. На. Давай. Бери жопу-то, я же не вижу. Вот этого насилить сейчас. Порезал сначала. О, я когда не лопат. Ой, его корку-то отрезала. Он ест с коркой вместе, пусть полезла. Нет, корка-то, наверное, горькая. Нет, ну не горькая, она просто грубая. Ему мягкая надо. Да, мягкая ты ему. Чего? Да ладно, пусть он жрет, да. Со всей коркой прилепились вот тут. Кушай давай, Бонька, никому не слушай. О, с херак, видишь, хоть бы хер по деревне. Потом что нам делать? А что на это нахрякивает, нахрюкивает? Так чего, оторвала бы эту кожуру-то? Отстань, обгрызи. Дай ей, Надька, обгрызет кожуру-то. Откусит она, жалеет его. Обгрызи, Надька, кожуру. Я сама себе отрезайте. Вроде ничего. Наворачивает дыню. Вот так, ребята. Угу. Такие вот котярлы. Ой, ну ты даешь. Салат любит. Как? Салат. Салат, который настоящий. А-а-а. Зеленый, да? Травку. Да. Тоже у меня забито все, уже заполнено, вся, наверное, память надо монтировать, уже отправлять до херища, наверное, уже наснято. Было бы иниста-то завлекать на концерте-то. Дяденьку-то хорошо играет. Он же стёденький уехал. Завлекать. Ну, что, она была отбить? Он, наверное, ее муж, нет? Нет, 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 чего? Они в этом выступают, скажи, как его. В Рикосихе они, там же у них этот... Ансамбль песни и пляски со сталь коляски. Мы-то в этом были, Галя, на этом, как на Бахарит. Девочки, у меня что-то не держится. Трескает. А? Трескается что-то. Алло, гараж. Алло, Мама! Путину я звонит. Я тебя носил меня в Гагру, ты не поверишь. Муся, ты сейчас упадешь. Я сейчас с Якиным уезжаю в Гагры.
Это вас, это Путину я... звони. Путину? Да. Алле! Алле, Путин! Алле, Путин! Он на проводе сейчас, подожди, у нас Любовском прямая связь с ним. Алле, прямая связь с Путиным. Да, да, да. Надо же, жив телефон-автомат. Чего зайти? Жив, за каракули. Жив телефон-автомат. Он как работает? Слушай, тут чего у вас? Штрих-код? Штрих-код какой-то телефона тут. Ой, прямая связь. Вот еще живые. Он у вас рабочий, да? Да. Ну, как в деревне телефон-автомат. Да. Хотя у всех сейчас мобильники. А тут цивилизация. Угу. Рассказываю сейчас девкам про YouTube. Никто мне не верит, что такое безобразие творится в YouTube. Кто, Галя, деньги туда зарабатывает? Лена Сипкова скоро будет миллионы зарабатывать. Нет. По две штуки обещала. Ну, скажи, кто зарабатывает деньги-то? Монополисты. Ах ты, мы уржались. Новополисты. Новополисты. Я говорю, подожди, я тебя сниму. Подожди. Подумай-ка, вспомнила, что правильно монополист. Ой, не могу. Вот видите, сидим. Мы посмеялись. Девки, сидим. Чтоб ты сняла. Да, да. Новополисты. Кулаком прикажут. Новополисты. Кулаком прикажут, а лук там заделут. И миллионы зарабатывает. Вот, вот, миллионы, так и будем. Миллионы. Вот, подожди. Буду я тоже зарабатывать скоро. Зарабатывать вот. Буду. Ой, не могу, не говори лучше. Мне, чтобы свою картошку рекламировать. Такая вкусная любовская картошка. Да. Ребята, все в Любовское за картошкой. Да. Все, сегодня яблони спас. Все в Любовское за картошкой. Да. Пойдем накопаем сейчас. Пойдем накопаем. Ездили 3 часа в магазин. За бутылочкой. Угу. Не 3 часа. Часто ездили, 50 минут. Сейчас ушла за одеялом к соседу. Мужик, мужику зовет там. Явилась, не запылилась. Целый, пришел, так рассказывает. Целый час ходила за одеялом. Я только все завтра расскажу. Анатолию Ивановичу. Все расскажу. Отвез, говорит, никуда, папа, я с тобой хочу. Это самое, говорит, замуж. Ой. Я говорю, Саша, давай я завтра у тебя все расспрошу. Всё. Пьяный, что ли? Нет, трезвый. Не, говорит, так мне ее жалко, говорит. Потому что там куда он ее увез? Мужиков. С одним уже пожила, уже рассталась, уже другой. И что, дочь-то все это видит. Я говорю, а старшая это чего смотрит? Так старшая это тоже против. Куда увез-то он ее? Алло. Зато он. Мать-то тут, что ли? Я ты говорил, в Краснодаре. Чего? Мать-то здесь, она отсюда, нет, мать-то, тебе только ты что говорил? Гостях, ты ушла за одеялом, мы думали, там с ним осталась. Завтра только ушла за одеялом, 2 часа ходил. Понедельник, Сережа сказал, заберет, понедельник. А чего? Дом ничего. Кому? В понедельник домой поедешь. А кто там едет? А? А где твои-то денежки? Твои-то денежки где? 8 или 10 тысяч. Где он работал, что ли? Работал, да, это от школы. Ну, Тёмка тоже вот ведь работал. Куда дел? Проэфирил все. Не знаю, куда дел. У тебя просит денег, а куда деньги? 500 рублей, еще должны ему 3 тысячи заплатить. Так вот надо еще вот в долг. До того, как ему заплатят. Не, Надя, это уже про неё. А где он, надо купить чего-то или что он хочет-то? Я не знаю. Вот куда эти деньги девал? Вот не знаю, вот проверился, вот сухарики эти, вот вся хуйня, вот это все вот. Он не может спокойно гулять, чтобы не жевать ничего. Вот 10 тысяч. Он что, такой же полный, да? Такой же, такой, ну, нет, такой. Ну, он не да. полный, но такой он крепкий. Да. Вот так. Крепкий такой. Вот куда Алёшка ругается? Говорит, блядь, получил деньги, блядь, и все ему надо денег. Все надо куда-то. Хотел купить какой-то этот велосипед. Называется? 1000 не хватало. Гала, ты полюку вытирала? Вытирала. И что пойду? Куда пойдет? Вытирать. Ко мне, сказала, ко мне. Я еще приду. За деньги? Я все протиру. Протру. Протиру. Затру. Ты сказала, платно сказала. Стол накроешь, посидим. Сало, говорит, мясо. Сало с мясом поедим. И полюку протрем, да? Я быстро протираю. Быстро? Да.
Ай, момент, все протру. Девки, стол, если прорвенный, будет вообще запрорвенный. Ой, дуры мы, дуры мы, дуры. Только я в этот вечер засиделась одна. Дура такая. Никому не поверю. Что другую ты любишь. Приходи на свидание и меня не тревожь. Все должно быть в сердце. Огонечек потушишь, и уже и тропинку ты ко мне не найдешь. Неужели твое сердце огонечек потушишь? Неужели тропинку ты ко мне не найдешь? Вспомни, мой ненаглядный, как тебя я любила. Мне казалось, что счастье это ты, дорогой, все как лучшему другу я тебе доверяла. Неужели сегодня ты прошел стороной? Все как лучшему другу. Я тебе доверяла. Почему же сегодня ты прошел стороной? Вот тетя Мутя у нас спит уже. Все, одна бутылка стоит у нас. Тетя Мутя уже уснула. Мы все поем, пляшем. Сейчас мы повернем немножко камеру и сейчас поем снова. Чтобы себя видели. Вот теперь себя видишь? Вот. Пой. Это я, да. Это ты. О, елки-палки. Красота невинная. Очарована. Околдована. С ветров поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина, невеселая, не печальная, словно темного неба сошедшая. Страшные такие рожи. Ты, да, песня моя, обручальная, страшная я, страшная ты моя, сумасшедшая. Что ты пихаешь пальцем? Зачем? Я склонюсь над твоими коленями, обниму их неистовой силою и молитвами, и стихотворениями обожгу тебя, милую.
хватит. Да. Ну и хватит, Галюшка. Вот она такая, пришла совсем чужая, а я ведь никакая, сказала ей, уйди. Уйди. А ты такая вся, Дольче Габбана, заворачивает фокон ее. Вот спит, чего? Улеглась спать. Потом напишут, алкаши, нажрались от души, ты что-то мне делаешь? Попку делаешь из тарели. Как нажились, и все, скажут, а в Ютубе же любят же они писать. Это пьяница, про Лену Павловну пишут. Она пьяница? Какая она пьяница? У нее лицо... Тихо-тихо. У нее лицо просто прекрасное вообще. Вот этот кокон лежит. Кокон. Кокон уснул.